На дворе уже октябрь, но работа у аграриев Северского района не закончилась. Полным ходом идет сев озимых. Глава муниципалитета Андрей Дорошевский лично осмотрел ход посевной кампании. Работа кипит и на полях предприятия агрофирма «Кубань». Сев ячменя здесь уже закончили, осталось посадить пшеницу. Кстати, агрофирма «Кубань» – это единственное предприятие Северского района, которое выращивает рис. Угодья этой культуры здесь составляют более 3000 гектаров. Остатки урожая сейчас собирают в усиленном режиме. На эти работы осталось буквально несколько дней. Скорее надо убирать рис, потому что октябрь – это крайний срок. Потом мы начинаем терять урожайность. Посетил глава района и сельхозпредприятие «Восход». Здесь посевные работы в самом разгаре. Для проведения сева есть все – и техника, и удобрений достаточно. Главное, чтобы погода не подвела и позволила завершить сев в намеченные сроки. Посетили и личное подсобное хозяйство Михаила Глушкова. Более 35 лет он выращивает виноград. Участок у дома Михаил Николаевич использует для селекции новых сортов. Разные виды винограда растут буквально на каждом шагу. Только сейчас растет более 200 сортов. А всего Михаил Глушков опробовал порядка 700. Мы все виноградари в поисках идеального сорта. Хочется что-то необыкновенное. В первую очередь, чтобы удивить и себя, допустим, и народ. Но этим надо заниматься. Неблагодарное это дело, сортоиспытание. Смотришь и вырубаешь. Из 10 один, может быть, останется. Да и все. А каждый год я их беру 30-50 на испытание. Обеспечить хороший урожай – задача стратегической важности. Всего в районе на посевной кампании работает более 130 единиц техники. Под урожай 2023 года планируется посеять более 17,5 тысяч гектаров озимых зерновых и колосовых культур.